Всем привет, и с вами Android Android. И сегодня хотел поговорить о головоломке, которая называется Кубикс Челлендж. Игра достаточно прикольная. Нажимаем на экран, чтобы у нас загрузились уровни, которые присутствуют в данной игре. Давайте с самого начала. Я в видео уже прошел несколько уровней. Давайте начнем с самого первого уровня. Управление, кстати, в игре очень-очень удобное и вообще не напрягает. Все очень просто. У нас есть квадрат, вот этот кубик, и мы должны, вот с правой стороны, видите, такая еще дырка, чтобы у нас она именно соприкоснулась именно с другой дыркой, да, квадратной. И так мы с вами сможем проходить. Но не все так просто, это просто первый уровень, в котором нам показывают, как в нее играть. И графика тоже достаточно, кстати, прикольная. Давайте несколько уровней пройду. Там будет уже вот этот уровень сами расширяться. Больше будет, так сказать, квадратов, на которых мы с вами передвигаем наш вот этот вот кубик. И будут уже усложняться. Не все так просто. Вот видите, вот тут уже не так все просто. Тут надо думать, как повернуть этот квадрат, чтобы мы смогли пройти этот уровень. Количество ходов ограничено, имейте в виду. И чем мы меньше ходов сделаем, тем больше нам дадут специальных, типа, звездочек, как я понимаю. Вот тут я уже тут запутался уже. Да, я тут уже запутался, хотя до этого этот уровень я проходил. Вот, прикольная, интересная игрулька, вот, кстати, я его прошел. Вот, советую всем в нее сыграть. С вами был Android Androidage, всем пока, до скорых встреч.